Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Похоже, наступило страшное время в жизни принцессы Уэльской. Недавно она узнала о шокирующем диагнозе. Бывший парень ее сестры Томас Кингстон самовольно ушел из жизни, а у короля так же, как и у нее, онкология. Но беда не приходит одна. СМИ пишут, что ее родители обанкротились и должны сотни тысяч фунтов. В 1987 году мать Кейт, Кэрол, основала компанию, которая специализировалась на праздничных аксессуарах. Бизнес процветал до 2021 года. Но в последние три года произошли серьезные потери из-за ухода ключевых инвесторов. Это привело к финансовым трудностям, и родители принцессы объявили банкротами. Общая сумма их долга достигает почти полумиллиона долларов. Мать супруги принца Уильяма могла бы обратиться к ней за помощью, но приоритетом для женщины является забота о здоровье дочери и ее спокойствие. Семья переживает трудные времена, но не хочет беспокоить своих детей и старается сконцентрироваться на выздоровлении Кейт, именно так говорят инсайдеры. Кэтрин всегда была близка со своими родителями и продолжает поддерживать с ними тесную связь. Хотя сейчас любые разговоры о бизнесе сразу прекращаются, чтобы Кейт могла сосредоточиться на своем тяжелом состоянии здоровья. Напомним, в середине января 42-летняя Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего пропала. И вот теперь стали появляться подробности ее состояния, цитата. «Согласно сведениям, предоставленным хорошо информированным источникам, все указывает на то, что она перенесла гистерэктомию, удаление матки, и страдает раком толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, не ложась в больницу. Именно так написал журналист Марк Рош, который собирает у инсайдеров информацию о королевской семье. «Похоже на проклятие, это мистика какая-то», – пишут расстроенные поклонники королевской семьи.